В копилку с полезными и вкусными охлаждающими напитками советую добавить еще этот классный вариант, как приготовить ягодный смузи с арбузом. Насыщенный вкус, простой и быстрый процесс. Рекомендую. Использовать кроме арбуза можно абсолютно любые ягоды, в том числе и замороженные. Такой напиток – настоящая находка и для взрослых, и для детей. Если ягоды кисловаты, можете добавить немного сахара, меда или сиропа, например, а если слишком сладкие – сок лимона. Для аромата смузи можно дополнить также мятой. 1. Очистите мякоть арбуза от кожуры и косточек, нарежьте средними кусочками. Подготовьте ягоды и холодное молоко. 2. Соедините все в чашу блендера. 3. И взбейте до однородности. 4. Вот такая красота. Ягодный смузи с арбузом готов к подаче. Наслаждайтесь!